В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных построек. На этот раз сносится трехэтажное здание в жилмассиве Каражугач. Этот земельный участок, расположенный в центре жилмассива Каражугач, является законным. Однако трехэтажное здание построено без разрешительных документов. Ранее владельцу были отправлены уведомления о необходимости получения соответствующих разрешений. Из-за того, что владелец не предъявил своевременно документы, был выписан штраф, и на него подали в суд. Октябрьский районный суд удовлетворил иск Департамента государственного архитектурно-строительного контроля города Бишкек и постановил снести самовольно построенное трехэтажное здание. Так как во время сноса сам владелец не явился, у нас не было возможности услышать его версию. 13 мая 2022 года был рассмотрен иск, а 20 мая 2023 года Октябрьский районный суд приступил к исполнительному делу. Извещения были отправлены, но, несмотря на это, владелец здания не предпринял никаких действий в отношении получения законного разрешения. В связи с этим мы проводим принудительный снос. Решение суда было вынесено в прошлом году. Департамент архитектурного строительного контроля вынес владельцу здания предупреждение сроком на год. Последний раз ответчик написал письмо, в котором сообщил, что снесет здание сам. Однако на деле он не выполнил своего обещания. В данном случае заявитель отказался производить снос самостоятельно, ведь по его просьбе мы дали ему месяц срока. В связи с невыполнением сноса владельцем мы принудительно сносим. Сотрудники Департамента архитектурно-строительного контроля напоминают жителям Бишкека о том, что приступать к строительству можно только после получения разрешения, выданного до начала любых работ. А при покупке здания или жилища следует обратиться в Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Батмай Искандарова, Нургуль Жумабекова, Бекджан Токтосунов, Алатау 24.